Здравствуйте! Время очередного выхода. Поиски продолжаются. На этот раз в Подмосковье, в ближайшем, в маленьком составе, вдвоем только с Любой. 5 часов утра. За моей спиной большая деревня, от нее шла дорога через этот лес на перекресток, на тоже нескольких дорог, соответственно, тоже в лесу. С той стороны этого леса мы ходили, с обратной. Вот, находки были. А попробуем пройти с этой стороны. Погода хорошая, плюс 7 на улице. Сейчас покажу. Такая красота. Здесь какой-то современный накат уходит, но он нам не очень. Хотя, в принципе, мы можем параллельно нему пройти, нам туда. Вот, и там уже включимся. Смотрим. Так, у Люб там первый сигнал более-менее такой, подкова выскочила. Заберем. Хочешь, пройдись по накату? Такая вот хреновина. Итак, другие подруги, потратили мы некоторое количество времени на пробивку этого леса. Короче говоря, современный накат не совпадает с тем. Нашли примерно, где они были. Перекресток нашли. Проблема в том, что лес заросший. То есть просто вот так вот наглухо. Еще папоротник кругом высокий. То есть ходить просто невозможно. Прошли кругом. Глянули поле. Ничего. Благо времени у нас еще предостаточно. Едем на следующее место, не переключаемся. Так, и так, так и так, перебрались. Нам надо попасть вон к тому лесу, там шла крупная-крупная дорога. Здесь что-то перепахали. У нас завтрак. О, скворчит. Хорошо шкварчит-то. Надо мешать. Такие фитюльки продаются прикольные. Картошка с котлетами, еще что-то. Лоточки. Лоточки. Ай, блин. Закрыть, потому Ладно, всем приятного аппетита. Мы сейчас перекусим и попрем. Да, друзья, пока больше ничего не дается. Это как, да, в принципе ничего не дается. Что везде все в траве, все в кустах. Куда хотели попасть, попадаем, но заросли. Борщевик, он уже встает. Это же борщевик? Да. Ой, молоденький. Угу. Фигачим через борщевик. Вот так вот. Где? Трупик. А мы откуда приехали? Оттуда. От лева? Что, я уже забыл? Вот. Друзья, там тоже налазились. Приехали на наши любимые поля. Естественно, они все сейчас заросли. Иду по дорожке. Чувствую, видео выйдет зимой. Вам в холодную пору зеленого теплого лета. Кто-то там летает. Не вижу. Кто-то там стреляет. 55-го года. Вообще мрак. Сегодня вообще с находками туго. Любка куда-то в кусты ушла.
Вот иду по обыкновенному накату. Гейка. Сломанная. К нам идет гроза, я так понял. Уже накрапывать периодически начинает. Такая печаль. Красивый был когда-то. Но сейчас, к сожалению, не целенький. Эх. Кому? Кому? Чуть не улетел. Вот такой вот. Вот вам летние природы. В темные зимние вечера. Находок нету практически. Ну так, ничего интересного. Полазили по нашим старым местам, подышали воздухом. Посмотрели на птичку, послушали птицу. Слепней тьма уже. Вон она, паразит. Сидит, лапки потирает. Гад. Вот. На этом что, заканчиваем. Сейчас понемножку пилим в Москву. А вам огромное спасибо за внимание. Ну и всем пока.